Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами продолжаем тему, начатую в одном из последних видео, про сомалийского мигранта, который сбежал из психдиспансера во время прогулки по городу. Я вам рассказывал о том, что как он попал в этот психдиспансер, сбежал. Это буквально было 5 минут видео. Я заснял его, как говорится, по горячим следам, потому что только вечером сказали, что будьте осторожны, никого не берите на подсадных. Тут рано утром, оказывается, полиция его схватила. Так вот, сегодня я вам маленькие подробности расскажу об этом сомалийском пирате. В возрасте 19 лет этот гражданин Республики Сомали прибыл в Германию как нелегальный мигрант, до сих пор, кстати, не имеющий никакого статуса. И его поселили в лагере для вот этих вот беженцев, мигрантов, где и произошло преступление. Что именно? Он был в комнате вместе со своим соседом, тоже мигрантом. О чем-то они там где-то что-то не поладили, что-то не поделили, о чем-то повздорили. И он набросился с ножом на своего соседа, нанеся ему 107 ножевых ранений. Вы представляете себе такое, насколько ярость, какая агрессия у человека? Это действительно психика вообще на нуле. Нанеся ему 107 ножевых ранений, он остановился не потому, что он увидел, что жертва уже не реагирует никак на очередные удары ножом. Он просто устал наносить ножевые ранения. Он просто устал. Так он сказал потом следователю. Но когда он немножечко отдохнул, он своей жертве просто-напросто отрезал этим же ножом голову. Все были в шоке. Его посадили в психдиспансер. 3,5 года он отсидел в психдиспансере. И почему его вывели на прогулку? Вот что самое интересное. Психолог из социальной службы, посещавший его вместе с психиатром, под присмотром психиатра, вернее, посчитала, что он уже за эти 3,5 года искупил свою вот эту вот вину, необдуманный вот этот поступок, в результате которого скончался его сосед по комнате. И этот психолог посчитала, что он уже на пути становления нормальным человеком, он уже может постепенно начинать интегрироваться в социальную жизнь, и для пробы предложила делать с ним маленькие прогулки по окрестностям за территорией клиники. И, естественно, ему выделили вот эту вот сопровождающую личность, женщину. Женщину выделили вот этому бандиту. Я не знаю, была ли она, эта женщина, вооружена, или имеет ли она опыт прогулок с такими вот преступниками, убийцами. Я не знаю, честно. О ней ничего не говорят. Но она пошла с ним в кино на какой-то там вечерний сеанс, чтобы он мог посмотреть фильм, порадоваться жизни. И во время этого сеанса он сбежал. Естественно, забили тревогу. Эта женщина была в шоке, он вроде бы вел себя нормально. И тут вдруг внезапно этот юноша 24 лет из Сомали, нелегальный мигрант, просто-напросто сбежал. Сообщили в полицию, полиция начала его искать. В общем, они потом его нашли. Но теперь давайте мы с вами подумаем о том, а мог ли вообще такой убийца, находящийся на принудительном лечении в психдиспансере, покидать территорию, пускай даже с сопровождающими людьми, покидать территорию этого психдиспансера, этой клиники и выходить на улицу среди нормальных людей.
Ведь он убил, он осознанно убил человека, с которым жил в одной комнате. Более того, он не просто его убил, он в извращенной форме его убил. Он отрезал ему голову. И он до сих пор не считает за собой и не чувствует никакой вины. Как можно вот этим вот идиотам, простите за выражение, психологам социальных каких-то служб доверять, которые говорят, что он уже на пути становления как нормальная личность, он уже готов интегрироваться в социальную жизнь, нужно ему показывать постепенно, как живут люди на свободе. О чем ты говоришь? Если бы это был твой родственник, твой знакомый пускай, которого вот так вот жестоко убили, что бы ты сказала? Ты бы тоже сказала, что через 3,5 года он уже искупил свою вину? Ты в своем уме психолог социальной службы, блин. Это просто ужасно. И у нас сейчас правительство, кстати, по поводу вот этих вот перекликаются события в Англии и здесь в Германии. В Англии сейчас до сих пор народ буйствует, переворачивать все на свете, грозится вышвыриванием всех мигрантов с территории Туманного Альбиона. В Германии буквально за несколько дней до того, как случилось вот это вот жестокое преступление в Англии, когда вот этот вот выходец из семьи мигрантов, родившийся в Англии, убил 3 ни в чем не повинных девочек ножом, в Германии немецкое правительство уже начала муссировать дебаты о том, что нужно запретить всем людям ходить по улицам с ножами. Вы знаете, ну запретят они. Мы и так нормальные люди по улице ходим без ножей. Или они считают, сидя у себя там в Бундестаге, что мы по улице, если, допустим, выходим на улицу просто погулять или с собакой, или с ребенком, мы вооружаемся гранатометом, автоматом, обвешиваемся гранатами, надеваем бронежилет, каску на всякий случай, маскировочный халат, чтобы враги нас не заметили. И так гуляем по улице? Это так вот, что ли, понимает правительство свое население? Запретить гулять по улицам с ножами? Как? Хорошо, хорошо. Они придумают этот запрет, они его издадут как закон. Дальше что? Теперь по улице будут ходить полицейские патрули и каждого встречного останавливать и проверять его содержимое его карманов, есть ли у него нож или нет. А если ножа нету, хорошо, он может идти дальше. Ну, допустим, я не хочу ничего такого вам веселого рассказывать, но у меня в карманах постоянно находится или авторучка, или жесткий карандаш. В умелых руках эти вещи могут стать такими же опасными, колющими предметами, как и нож. Но полицейским это невдомек. Они-то будут искать ножи, перочинные ножи, кухонные ножи, тесаки. Но почему-то они будут искать это у простого населения, а не у этих идиотов-мигрантов, которые разгуливают по вечерам и по ночам в области, вернее, в районах вокзалов, продавая наркотики и пытаясь изнасиловать мимо проходящих девушек или женщин. Там полиция дежурит, кстати, постоянно. В каждом городе на привокзальной площади постоянно дежурит полиция. Но это не значит, что они шмонают все карманы у этих мигрантов. Попробуй какого-то мигранта дерни, он же начинает прыгать, как мартышка на пальме, орать, что его убивают, ему специально в карман засовывают наркотики. Это что-то невыносимое, это что-то ужасное. Посмотреть, так это просто в цирк ходить не надо. А теперь давайте возвращаемся опять к этому сомалийцу, приехавшему несколько лет назад в Германию в качестве нелегального мигранта. Какого он приехал в Германию? Хотел устроиться на нормальную работу, хотел начать нормальную жизнь, так зачем же ты убил своего соседа по комнате? Причем так жестоко. А теперь он сбежал. Я надеюсь, что его все-таки посадили, и причем уже не просто в психдиспансер, а его посадили в тюрьму. Хотя когда-то у нас вот в прошлом году бежал один рецидивист, убийца. Он
15 лет назад в Нюрнберге в газетном киоске сидела тетечка лет 65, где-то так, продавала газеты, журналы. Он подошел, что-то ее спросил, она сказала, что у нас такого не продается. Он обозвал ее, она сказала, иди отсюда. Он был на тот момент, ему было, по-моему, что-то около 17 или 18 лет вот этому вот человеку. Он обиделся, как это так, во-первых, неверная, а во-вторых, женщина сказала ему грубость, колкость. Что сделал вот тот рецидивист? Он дождался окончания рабочего дня, когда она вышла, закрыла киоск, опустила жалюзи и пошла домой. Он ее поймал за углом через 200 метров за одним домом и зарезал ее. Естественно, полиция его поймала, вот он, ему дали пожизненно, он сидит. Сидит. Но в прошлом году он убил эту женщину в Нюрнберге, а посадили его в Регенсбурге. В прошлом году на встрече со своим адвокатом он сбежал. Абсурдная ситуация в стране под названием немецкий Абсурдистан. В здании областного суда на первом этаже находятся кабинеты адвокатов. С одной стороны, с другой стороны, сами залы суда. Так вот, кабинеты адвокатов не оборудованы решетками на окнах. Не, тут же цивилизованное государство. Вы что, какие решетки? Мы же не в ГУЛАГе, елки-палки, это же не 37-й год в Советском Союзе. Его привезли из тюрьмы, завели в кабинет адвоката, закрыли. Ему оставалось полчаса дождаться, адвокат где-то там на каком-то деле был, задерживался. Когда адвокат пришел, дверь открыли, опаньки, свежий воздух в кабинете, форточка открыта, а рецидивиста нема. Кинулись искать. Я спрашиваю полицейского одного знакомого, ну и что теперь с ним будет? Говорю, как, где собирается полиция его ловить, где его искать? Говорю, потому что, говорю, в тех районах, где мы сейчас, вот, он, по идее, может находиться, очень много детей, малых, очень много детей. А он бежал, он убийца. Что с ним будет? Он, ты знаешь, говорит, скорее всего, он побежит во Францию, потому что во Франции у него родственники. На тот момент он был уже 34 года, то есть 15 лет он отсидел, ему было 19, когда он убил вот эту вот старушку-продавщицу. Через двое суток голландская полиция совместно с бельгийской поймали его на французской границе и привезли его обратно. Я говорю, ну что, дадут ему дополнительный срок? За что? Какой срок? Ты что? Я говорю, послушай, ну он же бежал, это же рецидивист, это побег. В любой нормальной стране добавляют срок. Не-не-не, это Германия. Тут этот срок не добавит. А почему? Ну, это объясняется обычной психологией. Типа, как тебе объяснить? Элементарные природные инстинкты. Когда человек находится в заперти, ему хочется вырваться на свободу. И вот ему прикинулся шанс, и он киданулся на свободу, побежал. Но не добежал. И что? И вот он будет просто так вот сидеть дальше? И как? Так у него же так уже почти, ну как, пожизненно, но было с правом подачи апелляции. Так вот, право подачи апелляции у него отобрали. Все-таки отобрали. То есть теперь он будет сидеть до тех пор, пока сам на форточку не приклеится, как комнатная муха. Но давайте теперь вернемся все-таки к тому сомалийцу, о котором я начал. Ссылка на то видео, где я рассказывал, буквально пятиминутное, будет в описании под этим выпуском. Такие, как этот сомалиец, приезжают сюда пачками ежедневно. Они разгуливают по улицам, пугая простых людей своим присутствием, просто присутствием. Потому что люди прекрасно понимают, что это довольно-таки неадекватные личности. Раз они по пути через моря в этих резиновых своих лодках жрали своих соседей, которые сидели рядом с ними, но уже теряли силы. А этим нужны были силы для того, чтобы добраться до
Сицилийского берега или Лампедузы или до Греции, им же нужно где-то было силы брать. Они... А потом говорят, у вас было 50 человек, а на лодке оказалось 30. Где же остальные? Ой, утонули. И не докажешь нифига. Утонули. И вот такие вот каннибалы, убийцы едут сюда и их принимают, особенно вот эти организации, типа Space Eye и тому подобная фигня, Frontex, которые требуют, чтобы людей, мигрантов не обижали, а принимали в страны за наши с вами налоги, да? Они приезжают сюда и ведут себя точно так же по-дикому, как вели себя там, у себя, на родине. Так зачем они вообще ехали сюда? Могли бы и дальше там дикими носиться по своим саваннам среди леопардов, львов и бегемотов. Могли бы и дальше там прыгать, друг дружку убивать. Зачем сюда ехать? Тут люди не хотят, чтобы их убивали. Тут люди работают, платят налоги. А с этих налогов платят пособие вот этим вот убийцам. Круг замкнулся. Спасибо нашим зеленым партийцам, Аннелене Бербок, министру иностранных дел, которая просто ратует за то, чтобы абсолютно все бедное население мира приехало в Германию, типа денег хватит на всех, мы всем выплатим пособие, мы всех расселим по домам, по квартирам. У нас в Германии не хватает 900 тысяч квартир. Люди, семьи с малыми детьми живут, ютятся в маленьких квартирах, в то время, когда им по закону полагается большая жилплощадь. Им не дают квартиры, потому что нет жилого фонда. А вот этим вот нелегалам, мигрантам, этим убийцам, пожалуйста, им и квартиры предоставляют, им и все услуги предоставляют, им все социальные пособия дают. Ну, бардак полный. Кстати, по поводу квартир. Кому сколько положено? Запоминайте, человек-одиночка имеет полное право по закону на квартиру 45 квадратных метров, как минимум. 45 квадратов. Семья из двух человек – 60 квадратов. Семья из трех человек – от 73 до 75 или 80 квадратов. Семья из четырех человек – от 85 до 100 квадратов. И дальше по возрастающей. Это закон. Это закон. Если семья, к примеру, из четырех человек, папа, мама и двое малых детей, живут в двухкомнатной квартире, им хочется, они имеют право по закону просить себе более просторное жилье. Они имеют право на такую квартиру, если тем более они могут ее оплачивать. И государство, в принципе, обязано предоставить им такую возможность. Но не всегда государство дает такую возможность тем людям, которые вкалывают, что муж, что жена, зарабатывают деньги, из этих денег платятся налоги тем, кому дают квартиры бесплатно, чтобы оплачивать эти квартиры с этих налогов и еще оплачивать им социальное пособие. Вот такая вот история, вот такая вот у нас страна. Соединенный немецкий абсурдистан, ну по-другому уже никак не назовешь. Какая же это Германия, это уже все, это абсурдистан, это круче, чем халифат. Так что все там, кто бегают и кричат «фри Палестина», «давайте создадим халифат», остыньте, мы уже без вас справились. Нафиг нам ваш халифат, мы создали свой абсурдистан. Так что приезжайте на нас посмотреть. Будет очень весело. Ну, а остальным, кто не хочет или не может приехать, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий. Ну и, конечно же, заходите почаще. У нас всегда есть что-то новое и интересное абсолютно для всех поколений. Всем пока, удачи!